тема достаточно наболевшая, как бы все прекрасно это понимаем. Мы как-то вот пытаемся донести таким образом, чтобы ребята были осторожны в своих действиях, да, если они, допустим, попадают в какие-то такие моменты, чтобы они осознавали, что это будет наказание, и опять же какие-то вещи, теракты, либо там какие-то попытки этого можно предотвратить, как бы сообщить куда-то и так далее. Намного проще воспринимается информация человека, который от этого, ну, в первую очередь, был всегда далек, которому это было неинтересно или не нравилось. Потому что теракт – это довольно страшная тема, и не каждый захочет ее целенаправленно изучать. А так, в формате квеста это можно позволить там, человеку изучить это и понять, как его можно избежать или действовать в подобных ситуациях. Я узнала для себя очень много нового. Даже элементарно те же знания, как себя вести, когда ты видишь бомбу, потому что, к сожалению, не каждый вообще, в принципе, студент знает такие элементарные знания. И я думаю, информация мне это будет очень полезно, но в то же время я надеюсь, что она мне в жизни не пригодится никогда. Я осталась довольна, было очень интересно. Думала, будет более замудренно как-то, но оказалось все доступно, свободно, и вот мы выиграли, и это было очень интересно.